Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Говорим на тему «Молитва, которая потрясает ад». Книга Даниила была написана во время Вавилонского плена Израиля. И в 6 главе Даниил после многолетнего служения предстает перед нами уже 80-летним старцем. К тому времени этот благочестивый пророк и проповедник пережил двух вавилонских царей – Навуходоносора и его сына Валтасара, и теперь Даниил служил царю Дарию. На протяжении многих лет своего служения Даниил всегда был мужем молитвы, и теперь в старости он не собирался ослаблять свою молитвенную жизнь. И Писание никогда не упоминает о том, чтобы Даниил изнемогал и терял мужество. Оно также ничего не говорит о том, чтобы, оставив свое служение, он поселился где-нибудь за городом, где он мог бы проводить свои золотые годы, не неся никакой ответственности. Напротив, Даниил как раз только начал свое служение. Писание показывает, что даже после 80 лет его молитвы потрясали ад, приводя дьявола в ярость. К этому времени царь Дарий поставил Даниила на самую высокую должность в стране. Даниил теперь являлся одним из трех соправителей, управляющих князьями и сатрапами 120 провинций. Библия даже говорит, что Дарий доверял Даниилу больше, чем двум другим главным правителям. Он поручил ему формирование правительственной политики и обучение всех придворных должностных лиц и советников. Как написано, Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Явно, что Даниил был очень занятым пророком. Никто не мог бы совмещать столь ответственные роли, не будучи ужасно загруженным. Я могу только представить себе, какие нагрузки испытывал этот служитель при его плотном дневном расписании и поглощающих время совещаниях. Но ничто не могло отвлечь Даниила от молитвы, которую он посвящал определенное время. Молитва оставалась его основным занятием, которому он давал предпочтение перед всеми другими делами. Проще говоря, Даниил никогда не был занят слишком, чтобы не молиться. Трижды в день он удалялся от всех своих обязательств, нагрузок и обязанностей лидера, чтобы проводить время с Господом. Даниилу не нужно было консультироваться с другими успешными лидерами по поводу того, как исполнить свое призвание. Ему не нужно было посещать семинары, чтобы узнать, как осуществлять служение этому великому множеству людей, бывших под его началом. Он просто удалялся от всякой деятельности и молился. И Бог отвечал ему. Всю свою мудрость, направляющее руководство, проповеди и пророчество Даниил получал, стоя на коленях. Я верю, что Даниил является для нас примером того, как важно молитвенное служение во времена кризисов. Мы видим это в его молодые годы, во время правления Навуходоносора. Однажды царю приснился загадочный сон, который встревожил его и привел в недоумение и замешательство. Он попросил всех своих прорицателей объяснить ему этот сон, но никто не мог этого сделать. Навуходоносор пришел в ярость, и он сказал своим придворным: «Вы предлагаете мне только глупые пустые слова. Вы увиливаете, пытаясь выиграть время, но мне нужна правда. Я хочу ответа на мою глубочайшую нужду». И в конце концов он отдал приказ умертвить всех провидцев, астрологов, чародеев, магов и даже мудрецов, включая молодого Даниила и его трех благочестивых товарищей. Когда Даниил узнал о повелении привести в исполнение смертный приговор, он собрался вместе со своими друзьями-товарищами. Наверняка
Это не было собрание с целью координации взаимодействия или изучения альтернатив или ожиданий, пока придут другие иудеи с каким-нибудь планом спасения. Нет. Даниил и эти трое еврейских юношей знали, что они должны были услышать слово непосредственно от самого Господа, поэтому они склонили колени и вопияли к Нему о милости и откровении. Как необычайна была молитва Даниила! «Да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. В это время Ветхозаветная Церковь находилась в крайне низком состоянии. Божий народ потерял свою песню, их хвала умолкла, и они духовно бездействовали. Неслыханное процветание Вавилона захватило сердца многих израильтян, и сатана, несомненно, радовался такому их состоянию. Затем, чтобы еще более усугубить обстановку, он внушил Навуходоносору вынести смертный приговор для Даниила. Теперь все находящиеся в плену израильтяне смотрели на него, на Даниила. Их будущее зависело от него и от его отношений с Господом. Они спрашивали себя, неужели Бог кому-то еще говорит? Неужели есть еще кто-то, способный распознавать знамения времен и понимать происходящее? Кто может познать тайну Господню? Даниил хорошо разбирался в происходящем, и он мог действовать различными путями. Он мог бы организовывать в столице многочисленную демонстрацию с требованием справедливости для иудеев. Но видите ли, мир и ад не впечатляют толпы, количество и демонстрации. На них и мега-церкви с громадными зданиями и большим количеством членов производят мало впечатления. Не могут их расшевелить и эти способные, образованные молодые служители, которые для достижения результатов используют опрос общественного мнения, спрашивая, каких вопросов вы желали бы, чтобы мы не затрагивали в своих проповедях, или как мы можем помочь вам, чтобы вы приходили в церковь. Нет. Единственное, что может когда-нибудь оказать воздействие на этот мир, это обличающее грех слово, которое открывает тайны сердца. Мир нуждается в слышании чистой истины Духа Святого, которая задевает за живое и отвечает на вопль метущегося сердца. Я верю, что царь Навуходоносор – это образ современного человечества взывающего. Я имею силу и влияние, и обладаю всякими материальными благами, в которых когда-либо мог бы нуждаться. Но у меня нет мира и покоя. У меня есть вопросы, но нет ответов на них. Все вы, заявляющие, что вы говорите именем Бога, интеллектуалы, культисты, даже духовенство, если вы не в состоянии ответить на вопль моего сердца, вы не имеете права на существование, от вас нет никакого проку, вы бесполезны для этого общества. Будучи недавно в Далласе, я посетил одну общину, которая рекламируется как общественная церковь. Служение было весьма небрежным, явно неблагоговейным. Люди пили напитки, чавкали, жевали пончики, в то время как их дети бегали как одержимые. Служение началось с комической пародии о том, как покупать автомобиль. Затем группа прославления спела несколько подготовленных песен, любовных песен, которые поют своим возлюбленным. Наконец вышел пастор, доктор философии, с крошечным клочком бумаги в руке, где была написана вся его проповедь. И в течение 10 минут он говорил о том, как наслаждаться своей работой. Существование этой общины началось с опроса жителей округи о том, что бы они хотели видеть в церкви. И в результате служения стали планироваться таким образом, чтобы там не было никакого противостояния. Однако, оглядывая церковь, я видел мужчин и женщин, у которых явно были глубокие проблемы, которые требовали разрешения. Молодежь скучала, и мое сердце сокрушало за этих людей. Все они нуждались в слове с небес, однако все, что они получали, было соломой. Почему? Люди за кафедрой обманывали их, потому что утратили связь с Богом. Когда эта нация увидит на стене написанный рукой приговор суда, люди будут взывать о молящихся лидерах.
Когда перст Божьего суда станет очевидным в Америке, люди больше не будут обращаться к проповедникам преуспевания, которые заявляют «все хорошо». Скорее они будут реагировать подобно израильтянам, искать общество Даниила, благочестивых людей, которые могут различать знамения времен. В 5 главе Даниила на престоле находился Валтасар, сын Навуходоносора. Этот языческий царь устроил великий пир для тысячи своих вельмож. В самом разгаре пьяного пирования царь приказал своим рабам вынести золотые и серебряные сосуды, которые были взяты из иудейского храма в Иерусалиме. Вскоре вельможи Валтасара, его жены и наложницы в неистовом безумии пили вино из этих священных сосудов. Внезапно, в какой-то момент во время пира, явились персты человеческой руки и начали писать на стене какие-то слова. Это было предупреждением о том, что суд у двери. Писание говорит: «Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресла его ослабли, и колена его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей и гадателей». Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет у него на шее, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. И царь Валтасар чрезвычайно встревожился, как написано, и вельможи его смутились. Какая устрашающая сцена! Однако я заявляю вам, однажды, может быть, в один день, очень скоро, Америка испытает такого же рода шок. Рукописание уже на стене, и суд, вне всякого сомнения, при дверях. Подобно Валтасару, наши национальные лидеры будут встревожены, лица их изменятся, колени задрожат. Но, несмотря на это, священнослужители в Америке проповедуют ложный мир. Повсюду в стране компромиссные пасторы заявляют, что Бог никогда не будет ниспровергать Америку, потому что мы посылаем так много миссионеров в разные страны мира. Однако эти пасторы не упоминают о неминуемом суде за то, что мы убили 40 миллионов младенцев посредством абортов. Когда явится рукописание на стене, такие проповедники лишатся дара речи. Они уже потеряли связь с Богом, потому что Он открывает свою мудрость только людям молитвы. Я обращаюсь ко всем пасторам. Горе вам, если вы не являетесь человеком молитвы. В эти времена нечестия и удовольствия вы должны уединяться с Господом. Что вы будете делать, когда явится рукописание Божье, и ваше паство попросит вас прочитать это знамение времени? Много ли вы тогда будете отпускать с кафедры шуток? Как вы будете отвечать им, когда они прервут вашу проповедь и будут умолять: «Пожалуйста, пастор, объясни нам, что происходит. Это суд. Что будет дальше? Почему ты хоть как-то не предупредил нас об этом? Ты говорил нам, что все хорошо, но мы все потеряли». Я не перестаю удивляться тому, как опрашивающие общественное мнение говорят нам о том, что люди хотят видеть в церкви, чтобы это побуждало их посещать ее. Современные, в кавычках, служения могут казаться эффективными только сейчас, во времена благоденствия. Но посмотрите, что происходит, когда является Божий перст, и банковские счета людей начинают таять, их дети становятся наркоманами, и семьи их разрушаются. Эти овцы не захотят тогда слышать надутые, слащавые проповеди. Они будут хотеть правды, чистой и без прикрас. Двор Валтасара вздрогнул от такого неожиданного поворота событий. Никто не знал, что происходит. Внезапно пьянка прекратилась, и пока царь дрожал, кто-то сказал: «Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога, потому что в нем, в Данииле, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснить сны, толковать загадочные и разрушать узы». Итак, Валтасар призвал Даниила. Он сказал пророку: «Все эти мудрецы ничего не могут мне сказать. Они не могут объяснить рукописание на стене, но я слышал, что ты можешь различать времена. Пожалуйста, скажи мне правду и развей мои сомнения и тревогу». Когда Даниил говорил, он не подслащивал правду. Он побывал на коленях и точно знал, что нужно сказать этим людям, и он сказал так, как было. «Ты, Валтасар, не смирил сердце твоего
и вознесся против Господа небес, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким». Это была та самая чистая правда, которую хотели услышать Валтасар и его сановники. Это была истина, которая могла развеять их сомнения, потому что точно указывала им их состояние и положение, в котором они находились. Валтасар был так благодарен Даниилу, что назначил его верховным правителем царства. Так что не говорите мне, пожалуйста, что необращенные не хотят слышать обличительную, честную проповедь. Отнюдь. Существуют опасности, которые подстерегают каждого молящегося человека. Всякий молитвенник является сущим наказанием для ада, и сатана будет делать все возможное, чтобы остановить молитву этого человека. Даниил уже доказал эффективность своей молитвы в царствовании Навуходоносора и Валтасара. Теперь в правлении Дария сатана предпринял великий заговор с целью прекращения молитв Даниила. Они так потрясали ад, что взбешенный дьявол организовал против него целое правительство Вавилона. Вспомните, что Даниил был назначен высшим правителем, которому подчинялись все остальные лидеры страны. Эти политики видели в Данииле мудрость, и он был уважаем. Царь благоволил к нему, и это вызывало у них жгучую зависть. Теперь они составили против него заговор. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила в управлении царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. Даниил был беспорочен, так что вавилонские лидеры не могли уличить его хоть в каком-либо грехе. И в конце концов они заключили, что единственным способом, чтобы достать пророка, было его смиренное хождение перед Богом. Они говорили: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Дал бы Бог, чтобы так можно было бы сказать сегодня о нас». Эти лидеры знали, что Даниил трижды в день молился, открывая окна своей горницы в направлении Иерусалима, и приписывали благосклонность, которую оказывал ему царь, его молитвам. Итак, они пустили в ход план, чтобы остановить его молитвы. Как? Я верю, что они пытались занять все время Даниила делами. Его соправители старались вовлечь его в важные дела, связанные с его должностью, настолько, чтобы у него не оставалось времени для молитвы. Возлюбленные, это одна из главнейших коварных уловок, которые использует сатана против всех верующих, и особенно этот заговор направлен против служителей. Если вы спросите какого-нибудь пастора, почему он не молится, скорее всего, он скажет вам, что у него нет времени. Исполнение им своих пасторских обязанностей поглощает столь много времени, что он вынужден использовать для этого все время, отводимое для подготовки своих проповедей. Большинство христиан впадают в то же самое искушение. Они говорят: «Мне не хватает времени, чтобы молиться. Работа поглощает все мое время». Даже домохозяйки заявляют: «У меня нет ни минуты, чтобы помолиться в течение дня. К тому времени, пока я одену детей, уберу в доме и приготовлю пищу, у меня совсем не остается времени на молитву». Философ Сорен Киркегаард отзывался о загруженности христиан делами как о наркотике. Он замечал, что это ведет к раздвоенности и фальши. Он говорил, что по мере того, как люди все более погружаются в дела, их любовь к истине постепенно угасает. Потом, под массивным воздействием причин, побуждающих их к деятельности и всевозрастающих требований своего времени, они теряют способность понимать угрожающую им опасность. Они имеют зеркало Божьего Слова, но не могут спокойно постоять перед ним достаточно долго, чтобы увидеть, что оно отражает. Я считаю, что занятой, редко молящийся христианин находится в худшем состоянии, чем тот, кто смертельно болен. Почему? Он все более довольствуется своим состоянием и при этом становится все менее расположенным к молитве и углублению своих отношений с Богом. Со временем его убеждения ослабевают до тех пор, пока от них ничего не останется. Даниил знал, что без молитвы он не выживет и дня, поэтому он продолжал молиться, несмотря на то, что коллеги все более и более заваливали его работой. Вы знаете эту историю? В конце концов, они издали постановление,
требующее 30-дневного моратория на молитву. Это был закон, направленный исключительно против Даниила. Но даже тогда Даниил не прекратил свои потрясающие ад молитвы, и в результате он оказался во львином рву. Вы можете недоумевать, что побуждало Даниила так интенсивно молиться, что заставляло его продолжать молиться, даже невзирая на нависающий над его головой смертный приговор. Почему этот 80-летний старик продолжал столь горячо изливать свое сердце перед Господом, когда остальная церковь больше не искала Бога? Подумайте только, каких громадных усилий стоило Даниилу посвятить себя молитве. В конце концов, он жил в Нью-Йорке своего времени, в великом, пышном, богатом Вавилоне. И он жил во времена духовной апатии, пьянства, поисков наслаждений и алчности среди Божьего народа. И более того, он был занятым лидером, которого постоянно окружали дела, отвлекая его внимание. Я говорю вам, молитва никому не приходит естественным образом, даже к Даниилу. Легко выделять определенное время для молитвы поначалу, но трудно быть постоянным в этом, и наша плоть и дьявол находятся в сговоре против этого. Итак, как же нам стать людьми молитвы? Во времена духовного упадка и надвигающего суда Бог ищет молитвенника особого рода. В 5 главе Иеремии Бог призывает: «Походите по улицам Иерусалима и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». По существу Бог говорит: «Я помилую их, если найду хотя бы одного человека, который бы меня искал». Бог обильно благословлял и оберегал этот народ, однако они постоянно переступали все границы морали, прелюбодействуя и общаясь с блудниками. Более того, они больше не печалились о грехе и отвергали исправление, и поэтому Бог искал хотя бы одного, единственного молитвенника с сокрушенным сердцем, который ходатайствовал бы за этот народ, но он не мог найти даже одного. 23 глава Иезекииля описывает подобную же трагедию. Израильские пророки и священники стали хищными волками. Они наживались за счет простодушных, обирая бедных и вдов. Они осквернили Божью святость, перестав отличать чистое от нечистого, закрывая глаза на грех, проповедуя ложь и при этом бесстыдно заявляя: «Так говорит Господь». Бог тщетно умолял о единственном человеке, который противостал бы всему этому. «Искал я у них человека, который поставил бы на стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Во время Вавилонского плена Бог нашел такого человека в лице Даниила. И сегодня, более чем когда-либо в истории, Господь ищет такого же рода благочестивых мужей и жен. Он ищет верных слуг, которые желают поставить стену и стать в проломе, чтобы совершать дела, которые возможно совершить только посредством молитвы. Подобно Даниилу, этот человек будет найден со Словом Божьим в руках и жаждой к молитве. Когда Дух Святой пришел к Даниилу, пророк читал книгу Иеремии. Именно тогда и открыл Дух Святой Даниилу, что для Израиля пришло время Божьего избавления. И когда пришло это откровение, Даниил был побуждаем молиться, и, как написано: «Обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле, и молил я Господа Бога моего». Дух Божий исследует народы, церкви и пасторские кабинеты, ища тех, кто прилежно изучает Слово Божье. Такие слуги не просто ищут библейских знаний, они ищут духовную силу, умерщвление греха, истину, которая делает свободными. Они ясно видят, что происходит в стране, потому что узнают это из Божьего Слова. Когда Господь находит таких людей, Он благословляет их, даруя им дух молитвы. Молящийся слуга видит состояние церкви и принимает на себя ее вину. Должно быть, Даниил был взволнован, осознав, что приблизилось Божье время для пробуждения своего народа. Однако он скорбел в виде духовного состояния Израиля. Люди были пропитаны грехами Вавилона, поисками удовольствия и процветания, удаляясь от некогда почитаемых моральных стандартов. Даниил знал, что Божий народ не готов принять свое восстановление. Однако, винил ли пророк своих соотечественников за их грехи? Нет.
Даниил отождествлял себя с окружающим его повсюду моральным упадком. Он заявлял: «Мы согрешили. У нас на лицах стыд, потому что мы согрешили пред тобою, поступали беззаконно, действовали нечестиво». Я верю, что это справедливо в отношении Церкви Иисуса Христа сегодня. Мы не в состоянии откликнуться на Божье желание совершать в нас великое дело пробуждения. Подобно Израилю, мы осквернились грехами нашего нечестивого общества. Проще говоря, мы живем в современном Вавилоне, и к прискорбию христиане приспособились к грешным путям общества. Наше служение регулярно получает письма от жен-христиан, которые пишут: «Я чувствовала, как мой муж удаляется от меня, но не могла понять причину. Затем однажды, открыв дверь его кабинета, застала его украдкой, смотрящего порнографию по интернету». Молодые люди в особенности становятся легкой добычей сатанинских ухищрений. Многие подростки из христианских семей, пользуясь сайтом фирмы Napster, буквально накачивают себя нечестивой музыкой. Я знаю одну мать-христианку, которая прошла курс обучения работы с компьютером, чтобы узнать, чем увлекается, сидя за компьютером, ее сын-подросток. И когда она открыла его компьютерные файлы, она ужаснулась тому, что увидела. Песни убийцы Чарльза Мэнсона, песни об убийстве полицейского, песни о смерти, самоубийстве и всякого рода беспорядочном сексе. Бог сильно желает благословлять сегодня свой народ. Но если наши умы загрязнены духом этого мира, мы не находимся в том состоянии, чтобы принимать его благословение. Даниил сделал следующее заявление: «Все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас». Даниил говорил: «Мы видели все это моральное разложение в нашей стране, и то, как наши пастыри ищут свои личные выгоды. Все наше общество стремительно мчалось к погибели, однако мы не обратились к молитве. Если бы мы только молились, Бог отвратил бы нас от грехов наших. Он даже медлил, ожидая нас и даруя нам славное обетование восстановления, но мы не уделяли ему хоть сколько-нибудь времени, а вместо этого продолжали удаляться от него, пропитываясь грехами этого нечестивого общества. Вот почему пришли на нас его суды». Вы можете спросить: что же это за молитва, которая потрясает ад? Она исходит от верного, усердного слуги, который видит, как его страна и церковь все глубже впадают в грех. Этот человек падает на колени, взывая: «Господи, я не хочу участвовать в том, что происходит. Дай мне быть примером Твоей сохраняющей и поддерживающей силы посреди этого развращенного рода. Не имеет значения, если больше никто не молится, я буду молиться». Даниил заканчивает словами: «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил вразумлял меня, говорил со мною и сказал: „Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению, ибо ты муж желаний“». Где же сегодня в Доме Божьем эти молитвенники? Где эти верные пастыри, которые день и ночь ищут Господа? Им дано будет разумение, потому что они мужи желаний. Подобно Даниилу, эти слуги отождествляют себя со страной и церковью и исповедуют их грехи как свои собственные, в смирении взывая: «О Господи, покажи мне, где я уклонился, в чем моя великая нужда. Помоги мне противостоять этому и справиться с ним. Держи меня на коленях, Боже, чего бы то это ни стоило, я жажду видеть, как ты восстанавливаешь твою церковь». Аминь. Сохранит от ада, не унывай, душа моя, не смей. Бог твой спаситель, уповай и верь. Бог твой спаситель.